Всем привет! Вы на канале. И Максима мы укладываем спать. Так, ему сейчас бодрость надо. Так, у нас примерка по сезону прошла. Да, завершаем праздник. Так, сгорел у нас робот-пылесос. Мы его заменяем. Так, у нас что-то Акаки тут. Синий сидит. Я настроение у него. Я, блин, не помню. Синий это у нас что? Вообще не помню, ладно. Не будем заморачиваться. Так, Максим у нас спит. О, он теперь позеленел. Зеленый это я помню, что у нас это зеленый это хорошо. Сколько я помню. Красный плохо. А остальные цвета, извините, я не помню. Так, у остальных премьера пришла ужасно, ужасно, ужасно. Так, ладно. Ужасно, так ужасно. Так, ну все, у нас он спортом занялся, ну, себя надо держать в форме, даже если ты умер, правильно? Призраком тоже надо себя в форме держать, не запускать же себя. Спорт – это очень важное, даже если ты призрак. Так, а у нас... О, у нас еще в эту кухонную мебель залез. Тебе что, не хватило отжиманий? Ты решил потягать еще и мебель. Ну, отлично. Ну, ладно, хоть так. Так, у нас... Я ускорила тут, чтобы у нас побыстрее, короче, было все это. Чтобы у нас Максим побыстрее проснулся и быстрее начали, короче, работать. Что-нибудь делать. А то, что мы будем на призрака смотреть. Так, Дунька у нас пришла. А ты зачем проснулся? Блин, а ты нахрена телевизор включил? Идиот. Все. Спать, иди нафиг. Я вообще его уберу. Телевизор. Доел уже. Не поспать ничего не дает. Я, блин, Максима уложила спать, а он, блин, включил. Разбудил мне его. Что, блин, за издевательство? Ну, ложись на другую постель. Тебе обязательно на эту надо. Ты тоже что встала? Ну хоть. Сейчас быстренько все сделаем. Я уже устала. Четвертый раз одну и ту же, блин, снимаю. Все зависает и зависает. Надо что-то как-то чистить его, что ли. Компьютер. Это уже невозможно. Даже записать спокойно нельзя. Так, и питание надо. Питанием надо будет заняться. Ой, мне уже страшно, блин. У них что ли взять? В прошлый раз у меня зависло из-за того, что я питание. Ой, господи, я не туда нажала. Из-за того, что я питание хотела это покушать, короче.
приготовить. Короче, у него там эти отчисления. И как оно виснет. Это ужас какой-то. Так, все. Ну, давайте, девочки, короче, готовься. А то я уже боюсь. А мы это попытаемся. Так. Вот, есть. Ладно, хватит, короче, дрыхнуть. Нормально у тебя там все. Давай, иди кушай. А то мне уже страшно даже холодильник открывать. А то мне из-за того, что я решила выбрать, что покушать, у меня, блин, завис. Это уж совсем. Хотела отправить персонажа поесть, у меня зависла игра. Да. Так, что, давай попишем, наверное. Нам все-таки надо повышать писательские эти навыки. Так. Писать. Давай, что у нас тут? Написать книгу определенного жанра. Ну, не знаю, что у нас. Биографию. Давай биографию напишем, короче. Все, давай, пиши биографию. Что еще нам поделать? Так. Ой, короче, ладно. Человек-лама. Все, будем писать человек-ламу. Ну так иди помойся. Так, иди в туалет. Сходить. Давай, 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 давай. Потом будем дописывать человека-ламу. Писать. Продолжить писать человека-ламу. Все, отлично, давай. Дальше пишем, пишем. Пишем мы про человека-ламу. Свою биографию. Так. А у нас... А как и... Ой, господи, док. Да, док. Он решил у нас приготовить. О, отлично. Жалко, что не на всех. Жаль, что только на себя, походу. О, нет, на всех. Ну ладно, отлично, красава, красава. О, все, у нас Макс заканчивает писать книгу. Молодец, Максим. У нас книга положена в багаж. Вообще красава. Так, тебе надо передать права издательства. Давай. Идем, идем. Так. Продать права. Так. Публиковать книгу. Так, опубликовать книгу и продать права издателю. Продать права издателю. Все, отлично. Ой, сообщения какие-то у нас там, короче. Ладно уж. Ну все, продал. Все, давай, иди домой. То не хватало, чтобы ты у меня еще заболел. Чем бы тебя еще занять? А, Максим? Ну, посмотри хоть телевизор тогда, ладно. Смотри фильм. Иди посмотри. Книгу ты написал, поработать ты не поработал. Все, теперь иди, вот. Хоть посмотри что-нибудь.
Интересно, тебе сегодня на работу надо, не надо? Ладно. Так. А ты что, Дунька? Не можешь до кровати дойти. А, телевизор мешает. Сейчас он им всем будет мешать. По идее. Ладно, давайте на этом все, наверное. В следующий раз еще доиграем в наших чокнутых. Вот на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.